Окей, ребятки, привет, я Дима, это Mass Effect Andromeda, мы продолжаем. И с чистого листа задание, оно так-то продолжается, но оно не закончено. Нужно дождаться, пока небо рассеется полностью, ну и плюс ко всему еще и основать аванпост. Аванпост мы уже знаем, где будем располагать, поэтому я думаю, мы туда с вами сейчас и направимся. Передаем станциям быстрые перемещения, да, можно активировать передачу. Здесь можно сменить снаряжение. Быстрое перемещение, да, доступно к ним. Ну как. Ладно, я с доп-заданиями тогда потом, да? Мы с вами как-нибудь поедем сейчас в аванпост. О, обоснуем. Ну-ка, давай мост. Класс! I liked those pre-trip vision paintings of future Eos. Green fields, rivers, forests. Если оно так будет, да. Really be like down the line. Your death storms would be nice. We'll get there. Pathfinder is enough to tip the balance. Все сделаем. Но главное, настрой хороший, это верно. Главное, хороший настрой. На, родной. Ого. Что это такое? Ух ты, падла, ты, блин, живой? Ладно, я к тебе еще вернусь, я уверен в этом, у меня получится. Ребят, усаживайтесь поудобнее, при этом вам аппетита, хорошего настроения. Здесь, да, без режима ЛБ не получится. Без утяжеления нашей машиночки. Так, я думаю, тут, да? Тут проехать, как думаете? Это оно? То самое место, да. Здесь можно налево, значит. И аванпост будет. Вот, скоро виден уже. Вот тут. Хочу, чтобы кочевник быстрее, дольше разгонялся. Ой-ой-ой-ой-ой. Catahead, they appear to be fighting a Krogan. Is that Drac? Мы их сейчас с вами. Выходи, выходи. Тише. Ты родные. Ух ты, кто идут? Это кто такой вообще? Посвященный, блин, какой-то. Лови. Отлично, вообще красота. Смотри, в упор. Еще один посвященный. Ай, красиво, 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 красиво. До свидания. Подбили птичку еще в конце. Супер вообще. Есть кто-то еще? Тут еще, да? Класс. That fight was fun. Тебе понравилось, как мы въехали, а? You could really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together after all. This fight was pretty good, but you're still Nexus and green as a drell. Still, something tells me you've got potential. Be ashamed to waste that. I'm in. Just point me to your ship and try to keep up.
Ясно. Короче, с ним мы настрадаемся, мне кажется. С ним мы можем настрадаться, наверное, а может быть и нет. Так, а подождите, а где, а что, а солдаты? Стойте, подожди, а у них было, можно было, Маяк аванпоста. Да, я могу включить. У них же было еще всякого рода там... вещи, штуки разные, которые я мог с тел подобрать. Не могу больше, да? Флюорид повышенный. Да чё, ну ладно, повышенный. Тут мы рядом с повышенным... С таким местом рядом будем аванпост основывать. Ну ладно. Окей. Посмотрим, каково это, как оно вообще происходит. This is where we'll build our new outpost. A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus doesn't get a say? Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. Oh, no, no, как? With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. Какое команды мнение, давай поспрашиваем. What do you think? Military outpost or scientific? Pathfinder's call, but research is no good if we're dead. Military. It's got to be science. Our colonists need to understand their home. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Consider carefully. Понятно. Короче говоря, ну а то, о чем я подумал, так как раз первый аванпост будет определять наше вообще представление, да, наше намерение. Так что военный, конечно, нет. Научный аванпост, давай. Prioritize research and discovery. That's our foundation and our future. Order's prepped. Ready on your signal. Давай, да, научный аванпост тут поставим. Без военных мы, конечно, никуда, наверное. Но пока что пусть научный будет. Строить аванпост, достижение получено. Хорошо. Так, полетели, ребята. Andromeda Initiative. This is Ryder. Pathfinder. Летят, родные. Но это эффектно выглядит. Outpost blocked inbound. And ready as hell. Ученые приземляются, да? August Bradley, operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. Заботьтесь о полученном, трудились многие. Давай так, ладно. It took a lot of people to get us this far. That's the work you'll continue. I hear that. Ну хорошо. Prodromos. That's what we're calling her. Prodromos. They're eager. I haven't seen eager for months. Eos is far from golden, but now it's a producer. A real and reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. Мы большое дело сделали, круто. Завоевываем уважение среди людей. Свой первый аванпост. Только представьте, это первая точка на планете, да, на Эосе, которая будет нас представлять как разумную расу, прилетевшую заселять Андромеду. Это круто. Что за игру вы ведете, Эдисон? Да ладно. I appreciate your candor. We're all on the same side. I wouldn't go that far. Так далеко я бы не заходила. Смотри, собака, о чем это ты вообще? Я же говорю, мы на одной стороне. The reality, Ryder, you brought us time, but one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. Да ты что? А я думал, мы все на этом закончим. You already have a lead on something else. The nav point from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts to be a part of your success. We all want the initiative to succeed,
But after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware, that's all. Watch out for everyone, but not you, right? You're genuine. I know what I came here to be. Talk to Bradley. Later we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then. Да так-то я не хочу с тобой ничего обсуждать. Ну ладно. Эпичные кадры такие. Ну, то есть есть в этом какой-то такой сок классный. Итак, здесь так-то радиоактивно. Угу. Ста на масштабе первопроходцев на Нексусе. Дождаться, пока радиация на С рассеется. Хорошо. Система бонусов криостаза новая. Ты где-то там, что ли? Чуть было не свалился вниз. Ладно. Смотри, можно как. Раз, два, три. Ништяк. Там еще кто-то прилетел, там смотри. Подромас. Продромас, прошу прощения. Кто это сука название придумал? Уже антенну какую-то поставили. Людей притащили. Бешеные вообще, бешеные. Какая скорость у вас работы. Молодцы. Молодцы. Надо быстрее сюда. Эх, отлично, безопасное состояние. Отлично, отлично, я, естественно, рад этому. Так, в принципе, это место не без охраны. Воспринимайте, ребят, как хороший сериал. Это, знаете, сериалы типа «Затерянный мир» там и прочее. Вот мы сейчас в таком затерянном с вами мире пытаемся обустроиться. Это круто, по мне так это круто. Так, привет, Райдер, с вами поговорить-то можно сейчас, нет? С вами? Тут торговец есть, хорошо. А тут чего? Терминал, ну-ка. Официальный запрос Дарки Тирван, Тирвиан 28. Брэдли, я повторяю запрос. Знаю, это не твоя вина, и она должна была быть во второй волне. Но мне нужен след, чтобы через пару лет, когда все уляжется, было кому возмутиться долгой разлуки с семьей. И хорошо бы это был кто-то из пострадавших во время заварухи на объектах 1-2. Ты же в курсе, что такое нарушенное обещание, да? Запрашиваю Даркет Тервиан, W84 Криспин, экзоспециалист, причина. Она ценный сотрудник, помощь которого может оказаться неоценимой. Кроме того, она моя дочь. Резко. Так, 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 так. Тем не менее, ладно, отправим. Что это даст? Ладно, но когда твой человек слопает космические киты, не говори, что я тебя не предупреждал, а твоего человека тогда. Точнее. Хорошо. Так, дождаться пока. Ага, поговорить ста на масштабе. Давай поторгуем. Торговец. Торговец, здравствуй. А как по-моему продать весь утиль? Ну-ка. Обмен. Согласились. Весь утиль я продал. Комбо-мод щитов. Очень редко. Едва понятные нам образцы технологии реликтов можно встраивать в нагрудники большинства бронекостюмов, давая носителю заметные преимущества. Впрочем, всегда за счет недостатков в других параметрах. Поскольку технология не прошла достаточно испытаний, может представлять опасность, пользоваться подобными модификациями может только райдер. Плюс 50% максимальный заряд щитов, минус 50% максимальный запас здоровья. Щиты на здоровье, ну такое. Такое. Так, остальное мне пока не надо, я так полагаю, да? Моды. На штурмовую винтовку. Дуло. Урон добавляет. Штурмовая винтовка стабильность добавляет. Вот это неплохие моды так-то. Так, а как это все поставить? Типа, ТПР. Это, наверное, ставится вообще не тут. Так, штурмовые винтовки. Хотя, может, и тут. Показать подробности. Повернуть. Сравнить. Это не то, нет. Как же на тебя ставятся моды, это интересно.
Расходами немедленно перезаряжает все оружие и умение. Временно усиливает меткость эффекта снижающего урон. Исследование. Смотри. Ресурсы. Броня. А, вот. Здесь же это и делается. Затвор. Как я это могу поставить? Или это уже типа стоит? Галочка вот стоит на них. Это типа то, что оно стоит уже? Это могу уничтожить. Подожди, а могу типа убрать? Не могу. В общем, странно. Не понимаю, это она ставится уже или нет. Ну ладно, хорошо, может быть, где-нибудь в другом месте посмотрю. А может быть, вы мне напишите просто в чате, чтобы я сейчас долго не вдуплял. Это сейчас не критично. В любом случае. Так, тут есть, значит, ух ты, воспоминания отца. Мне сказали, что эти светящиеся штуки — это воспоминания отца. Так что я сейчас пойду посмотрю. Подожди, только что ж тут было. А, во. Активатор памяти, да. Искать активатор и восстанавливать память. Отлично. Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Так, с тобой можно поговорить о чем, мэр Брэдли? Pathfinder, good to see you. We're busy as anything, thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Make sure to keep a clear log of what you're doing. Well, let's save some bandwidth. Busted ass defeat initiative. Copy, paste, repeat. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on Eos later. Mm-hmm. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abram Science, Fawkes Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. I combed the first two outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet. But that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. Looking back isn't a good use of time. We have to keep building. Keep is generous. We have to start. Real building, not just survival. Oh, and Pathfinder. This is for you. Наш флаг. It's our flag. Уже это сделал. Where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Круто. Nexus, Pathfinder. Prodromos will have more going on when you come back later. Следующему такому визиту Промодос, Промродос, блин, ты хер выговоришь название, это будет уже другим. Но уверен, что это так, да, говорят о том, что здесь все меняется. Смотри, флюорит. I keep wondering what our scientists will cook up for Eos. We came to explore and learn. That's who we are. Really hope all those scientists will be safe out here. Я таки хочу осмотреться. Пока. Я не спешу на Nexus. Я говорю, у меня здесь, в принципе, есть чем заняться. Здесь также есть и задания какие-то, которые я тоже могу брать. Так что давай ходить, осматривать. Опа. А тут что? Помогите, пожалуйста. Это мой единственный способ рассказать обо всем, пока никто не умер. Моя рабочая команда, они все время говорят про технологии реликтов. Они думают, что инициатива преувеличивает их опасность. Что порой... Что пара электродов можно заставить реликты работать на них. Они уже пытались сделать это раньше. И я потом помогал в медотсеке, когда наблюдатели реликтов порезали Бхарти. Но Дженнингс говорит, что мы могли бы жить королями, будь у нас армия роботов-реликтов, которые работают и сражаются за нас. В этот раз он берет с собой на помощь всю команду. Я должен пойти с ними. Возможно, я сумею отговорить Дженнингса. Но если не сумею, кто-то должен знать, почему мы не вернулись. A little work, we could find where to catch up with them. Хорошо. Может быть. А что вот тут? Научный центр. Исследование, разработка, исследование. Кредиты, оружие, броня, усиление, разработка.
Это вот уже делать, да? Их надо типа крафтить. Вот так, клыки. Так, подожди. Штурмовые винтовки. Есть что-нибудь такое хорошее, прям хорошее? Скорость 30, урон 54, 58. Мотыга. Так. Вот по показателям. А, вот здесь вот все выше. Скорострельность больше, максимум магазин, боезапас больше, точность выше. Но урон меньше, да, получается? Здесь вот скорость меньше. Но если остального больше. Вот этот мотыга мне нравится. А еще больше мне нравится... А, нет. Короче, либо вот это создавать сейчас, либо мотыга-1, либо мотыга-2. Ну, очевидно, как бы мотыга-2, потому что скорость настолько же убирает, а вот максимум боезапаса и урон дает больше. Так что да, необходимые материалы, показать подробности. Усиление. Вот я хочу усиление поставить. Как это сделать? Необходимые материалы. Умни, железо. Это то, что у нас есть. Показать подробности. Выбор чертежа. А, вот. Ну-ка, выбрать ячейку. Оптимизатор реакции, урон от оружия. Урон всех комбо, урон всех комбо. Снаряжение, оружие, грудь, сопротивление, урон. Урон от оружия 3%, если кинетическую катушку поставить. Так, хорошо, подожди. А если я усиление захочу поставить? Готово к разработке. Биотический усилитель. Специализированный биотический усилитель, созданный лабораторией Элдрин, бла-бла-бла. Ближний бой, урон 275. Прикольно. Наверное. Это тоже, наверное, прикольно. Особой разработки здесь нет. Слушай, ну я не знаю, просто имеет ли смысл. Мы там вообще-то хотели что-то накопить вот по... По вот этому добру. Ладно, короче, я все-таки это сделаю. Штурмовые винтовки, мотыга-2, потому что урон, ну, очень хороший. Давай, усиление. 5% урон все комбо, урон от оружия. Давай, раз. И урон всех комбо. 2. Создать. Переименовать проект в... Ну, даже не знаю, как тебя... Как тебя назвать... Так, я думаю, я назову тебя звучно. Все, отлично. Первый раз. Да, продолжить. Создаем оружие первый раз. Предмет успешно создан, добавлен к вашему снаряжению. Так, допустим, хорошо. Предметы, штурмовые винтовки. Я хочу... Вот как мне взять-то его? Чего и как? Немножко не понимаю. Может, к оружейной нужно типа подойти, чтобы всем этим заниматься? Так, собрать местные ресурсы и сделать оружие. Я получил. Получается, сделал, выполнил задание, да? Так, ладушки. Оладушки. Карта. Тут чего у нас? Найти рабочие графики. Смотреть лазарет. Тут научная станция. Так, ну погнали. Погнали тогда посмотрим научные графики, наверное. Говорю, улетать я не спешу. Мне еще есть чем заниматься. Быстрее хочу бежать, блин. Еще кто-то прилетает. Класс. Ух ты. Тише, тише, тише. Кадмий. Супер. Надо стараться не пропускать такие ништяки. Очень сильно стараться.
А мне здесь нравится. Из этого может выйти что-то такое хорошее, красивое. Мне кажется. Так, здравствуйте. Нам тут с вами поговорить надо. О, а с доктором Рамиресом можно поговорить, нет? This definitely treated wounds caused by a remnant. That datapad said the work crew tried to control them. Sand particles were removed from the wound. Analyzing. The sand may be from several locations. I need more data to form a conclusion. Mm-hmm. Станция обработки ран. Так, оборудование, похоже, использовалось для лечения ран. Хорошо. А, хорошо, хорошо, хорошо. Еще одни детали с той стороны. Так, тут чего? Виктор Карсон. Мне не нравится, что вы считаете, будто меня можно заставить пренебречь своим долгом, предложив деньги. Я понимаю, что Виктор Карсон ваш друг, но вряд ли можно считать это уважительным поводом выводить его из криостаза и отправлять на Продромос. Кроме того, я слышал, что вы с ним настоящая угроза нашему предприятию. Я все знаю о шутке, которую вы с мистером Карсоном провернули с Эвереттом перед путешествием в Аллей. Виктор Карсон будет выведен из криостаза тогда, когда я сочту это допустимым, после чего отправится на аванпост, где полезнее всего его умение. Если же я узнаю, что вы обратились по этому поводу через мою голову к Эдисону, к Эдисон, будете отвечать передо мной, администратор Брека. Так, заметки доктора Рамиреса. Также есть симптомы состояния сильной бессонницы, клаустрофобия, номер пациента 024. Осмотр не выявил органической подспутной причины. При выходе из криостаза стал жертвой отказа техники, из-за которой оказалась заперта в капсуле. Случай очевидно психоматический, но симптомы очень сильны. Прописаны тетравоксин и постстазисная БП-терапия. Следующий прием через 2 недели. Примечание. Я часто сталкиваюсь со случаем постстазисного волнения и других связанных с криостазом патологий. Техники решили много физиологических проблем долгосрочного криостаза, но сейчас ясно видно, что психологические эффекты залегают гораздо глубже. Люди не созданы для того, чтобы их отключали надолго. Надо поговорить с Хейнли о долгосрочном исследовании. Мы здесь во многом первые. Что да, примечательный день выдался шумным, но зато, надеюсь, остальные аванпосты получили наглядный пример того, как важно вовремя обслуживать прыжковые двигатели. Пациент чувствует себя хорошо, через неделю сможет снова падать с крыш. Класс. Так. Классно, конечно, да? Но найти рабочие графики, это вот еще туда надо сходить, получается. И побежала. Верно. Лети вперед. Круто, что со мной все здороваются. Hello, Райдер. Amazing. С кузнечиком таким волшебным. Лоурайдер. Так, Кейн Фокс, привет. You haven't got a fuel cell, have you? The quartermaster says there's plenty, but she would. Wait. Oh, shit, you're the Pathfinder. Sorry, no one said VIPs were coming by. А с тем не поговорили, I'm just кстати. Ryder. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you too. I'm Fox, chief engineer at your service. Это я понял, да. What are the other outpost staff like? Like Connor, you mean? She's pretty fun when you get to know her. Just don't get to know her over a poker game. Trust me. What do you think about your new home? First impressions? We've got water, clear skies for solar power, plants to farm. The Remnant are a wild card, but I hear you almost have that solved, which is amazing. And you found us a good site here. I think EOS is really going to be special. Круто. Круто. Про остальное, я думаю, нет смысла расспрашивать. Bye. Stay safe out there. Хорошо, спасибо. Я с Родригесом не поговорил, получается. Блокнот пользователя, старший инженер Кайн Фокс. Файл заполнен набросками, датасами, поддельными схемами. Многие из них посвящены дорожной монорельсовой сети для ЭС. В них представлены разные, но неизменно отличные проекты. Круто. Фокс, как там дела? Говорят, Брэдли все хорошо организовал. Я знал,
Что у вас все получится, расскажи мне все про ЭС. Здесь скучно, так что ты уж повеселись там за меня. Что же до совета, о котором ты просил, просто будь собой. Я же помню, какой ты, когда нервничаешь, девушке ты понравишься гораздо больше, если просто расслабишься, у тебя все получится, друг. Удачи, Элис. Забавно. Так, команда по ремонту каналов, Кайн Фокс, начальник команды Лорелея, Смит Трубы, Мэтью Киннисон, перепрограммирование VE, приложение бла-бла-бла, приложение бла-бла-бла, окей. Work rosters. That datapad mentioned the name Jennings. Here, Axel Jennings, assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Only one location matches the sign from the medical equipment, a monolith. Let's go. Так, осмотреть окрестности монолита. Ну тут как бы недалеко. С одной стороны, с другой стороны хочется, я думаю, взять. Подожди. Хочется взять, да, выполнить другое задание немножко. ЭС, Nexus, ЭС, шоковая терапия. Серьезно? Подожди. Стоять. А тут же было какое-то еще задание, типа смотреть тела, не? Разве я не прав? По-моему, было что-то такое. Чек, здравствуй. Так, здесь, по-моему, с утяжелителями, да? Придется заезжать. Да. Она тут? Они тут, точнее. Здравствуйте. Сканирование завершено. Easy money. Once the electrical charge builds up, we'll have ourselves a nice obedient remnant. You better be sure this time, Jennings. If you're that spooked, go hide behind the four giants. I'm busy. Damn it. We've got to find them before they get themselves killed. А где нам их искать? 1760 метров плюс время. Спасти экипаж за 2 минуты, ёптую. Тут время. Нихера себе, ребят. Ну, все это расстояние нужно преодолеть сейчас быстренько за 2 минуты. Это вообще нереально, по-моему. Полторы минуты уже. I miss being able to give directions by what used to be there. What are you even talking about? Turn where the chip shop used to be. That's a hometown. One day, if we do our jobs. Минута осталась. Но нет, мы не успеваем, как. Хотя хер узнает, может, мы успеем. Здесь лучше спуститься. Да, здесь можно что-то найти, но подождите, мы пытаемся. Nothing tougher in the long run. Мы пытаемся тут людей спасти. А потом можно будет попробовать вернуться сюда. Кстати, здесь тоже можно с шахтерским компьютером поработать.
Чё подвисает, я не понимаю. Хорош, они тпшатся туда. Все. Все, да не все, по-моему. Он меня как-то больно очень, очень больно покосал. Ну что, выжившие? Кто из вас охеревший тип такой? Я до вас еле доехал, я думал, что не смогу. Кажется, парень сквозь текстуру сейчас попал. Там мужик, с которым я должен поговорить, он как бы сквозь текстуру прошел. Да, он не выйдет больше. Это здравствуйте, баг. Я не поговорю с ним, кажется. Он там, ребят. Ну, привет. Класс, а загрузиться можно? Что делать будем? Хер его знает, слушай. Но он внизу сквозь текстуру провалился. Вот он где-то наверху, да? Короче, он то тут, то там. Хер его знает. Вот и спасли пацана. А, ништяки за это мы не получим. Блин, и вот надо было вот именно ему провалиться, а? Вот именно ему. Вот именно тому, кому не надо проваливаться вообще, ну. Именно тому, кому не нужно проваливаться, вообще взял и провалился. Сука, понятно. Короче, до свидания. Миссия. Not exactly a Christmas type planet. Eos will have holidays once we figure out the seasons. I'm trying to look at the potential. In 50 years, this could be a beach vacation. Yes. Ясно, ясно, ясно. Поговорить с выжившими. Ну как, вот невозможно. Извините. Пропавший ковчег, значит, понятно. Первый удар. Поговорить с Кандросом на Нексусе. Поговорить на Нексусе. Дождаться, поговорить на Нексусе. Дополнительные задачи. Утраченный брат. Встретиться с Кири. Тоже на Нексусе. Ядра данных реликтов. А где они? Эти ядра. Или они типа в рандомных местах? Ну херли, знаешь, что я могу сделать? Я могу попробовать вот сюда, типа, быстрое перемещение. Вдруг его отлагает. Типа, мир перезагрузится, и пацан будет в новом, в нормальном месте, так скажем. Плюс там капсулы, и поэтому в капсуле я смогу попробовать все-таки снаряжение свое поменять. Так, вот допустим. Угу. Снаряжение. Так, вот, смотри, место Мстителя я хочу поставить первый раз.
плюс нафигачить ему модов. Вот, как раз. Шлем, винтовка, пробивной урон. Да, затвор. Угу. Как раз убрать оттуда. Моды. Ну, такое. Вот, это получается из Мстителя мы все убрали. Да. Хорошо. По пистолетам у нас что-нибудь. Не понял. А, все нормально. Может, зарядник тогда поставить? Хотя нет, урон маленький. Он скорострельный чисто. Нет, пусть будет хищник тогда. Дробовик есть, тыкля. Дороже закрыто. Вместо вот этого можно дробовик поставить. Чисто на бешеный урон. А моды есть на тебя? Пробивной урон. Ну да. Три выстрела этого дробовика. Ништяк. Ништяк, новые пушки. Хорошо. Действительно получилось, да, то, что я хотел. И моды поставил, и все поставил. Хорошо. Осталось вернуться, значит, к тому парню и узнать, работает. Работает квест или не работает. Допустим, если я возьму кодекс, журнал, точнее. Сукую терапию. То увижу ли я его? Походу нет. Походу он тупо просто пропал и все. Короче, он тупо исчез. Он просто исчез. Ну ладно. Обидно так-то. Да в смысле? Ну умри, ну. Бесит вообще. У них гранаты уже полетели, сразу все полетело. Короче, здесь, по-моему, шахта, да, работала. Во-во-во-во, шахтерский компьютер. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Во. Залежи могут быть богаты значительными или неплохими в зависимости ресурсами. Короче, типа этот будет добывать, да? The sky is beautiful in its own way. Our people came a long way. Nothing here will stop them. Seems less harsh than when we first landed. Maybe I'm just getting used to it. Да, алюминий, графит, вот как это добывается. Материал не найден. Хотя он пишет, что здесь как бы они есть, но он их не находит тут. Ты, уровень радиации троечка здесь. Levels. О, он, кстати, он появился, смотри. Он появился где-то под нами.
Ясно, да? Он где-то там, под нами. Это очень тупо. I've picked up readings of Nexus issued equipment nearby. Наша группа прибыла с Nexus на S в качестве первого открывателя. Большинство моих коллег уже мечтает вернуться обратно. Но я намерена сделать все возможное, чтобы принести инициативе пользу. Мне удалось найти руины. Пока не знаю, к какой культуре они принадлежат, но я продолжаю исследование. Те, кто создавал все это, могут по-прежнему находиться в Элее. И нам бы не помешала их помощь. Такого Джейн Гарсон не предвидела. The person who left this behind, she was part of the first wave of colonists, wasn't she? The probability is high. This researcher Короче, may have left mujik pads at other в текстурах ходит well. Просто и все. Ништяк. Схемы со ставками забираем, да. В общем, это дико тупо. Но этот парень реально сломан. Реально тупо сломан. Can't wait to see what the initiative makes of this planet. Hopefully Padromo sets a high bar. Your first outpost. It must mean something to you. И походу игра тоже тебе сломана. Эти ребята были там. Опа. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ну такое, чуть по чуть прям. Совсем по херне. А что вот это вот за метка, интересно? Вот куда он показывает? Он туда показывает, да? Это типа, если я в пещеру заеду, то там внизу, наверное, что-то увижу. Жесть. Это гнездо. Вот как это выглядит. Так, здесь что-то можно просканировать, но что? Ну, он только что показал, что можно, да? Вот опять. А, вот что. Confirming initiative equipment, including Omnitool assigned to security chief Hiram Reynolds. If you power it up, I can exhume its data. Ну-ка давай. Accessing data. The chief was scanning at the time of death. The scan picked up two shots. One, a standard initiative rifle report, which missed. The other from behind, a Ket pulse weapon. This proves Milken is innocent. Mm-hmm. He didn't shoot Reynolds. Такое дело, Кет сделал это. Seems clear to me. Good work. Pathfinder, there is also an audio recording. Давай послушаем. Go ahead and play it. No! Where's Milken? Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. That sounds like... Confirming. Voice identified as suspect, Milken. So he did not kill the chief. But he meant to. Need another chat with the man.
Ну да, короче, хотел, но промахнулся, что я не понял. Ну, в общем, в любом случае, он не виновен. Хорошо. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Просто ехать и нон-стопом раскидывать эти штуки. Minerals have been depleted in this location. Хорошо, здесь все насобирали. Но это значит, что вот тут вот тоже можно так же. Ладно, это тупо, я не хочу. Я не хочу, зато тут есть несколько заданий. Вот активатор памяти и задание «Утраченный брат». Плюс есть вот этот вот активатор памяти. Здесь вот он. Где-то. Давай я к этому сканяю. Давайте вообще, знаете, что я сделаю? Давайте я сделаю вот так. Быстрое перемещение. Да, 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 да. И, наверное, буду с вами прощаться. На этом закончим эту серию. Вот так вот основали свой аванпост. Отлично же, очень, по-моему, круто. Здесь же сохранимся. Спасибо вам большое за ваше внимание, хорошего настроения. Надеюсь, вам все нравится. Продолжаем играть в Андромеду уже в следующей серии. Дальше круче, ребят. Пока.